Ищу питание в габарите. Значит, нашел я, в чем тут проблема. Был его здесь плохой контакт. То есть вот здесь вот. Не-не-не, было в этом, в минусе был. Все, я нашел. То есть вот здесь такая была, только на изоленте. Я сейчас, значит, все здесь делаю на термоусадку. Все, сейчас у меня, вот как можете видеть, габарит сейчас у меня работает. Сейчас я подам питание. Так, ну тут без разницы, где плюс, где минус, на лампочку. Блять, замкнул. Лишь бы только предохранить. Ну, народ, ну неудобно тут это. Сейчас попробую телефон сюда положить. Вот, сейчас все получится у меня, все быстро. Вот, все быстро сейчас, опа. О, видите, габарит, все работает. А через этот не хочет. Короче, здесь питание идет прям слабое-слабое. То есть проблема еще тут в габарите, хоть я тут все и почистил, но нужен габарит. Плюс хороший, минус еле-еле. Всем спасибо, всем пока.